Да, велодорожка мокрая, позаброшенная, видно уже до следующей весны, осень, а мы на утреннем пробеге. Привет, привет, привет. Сегодня я тебе расскажу об одном совершенном нами путешествии к тайнам истории. Да, да, действительно, бывает и такое. Наши пробеги по лесным тропкам могут вывести к совершенно неожиданным реальным открытиям. Ты знаешь, в одном из наших недавних беговых путешествий лесная тропинка вывела меня к одному месту. На деревьях висели бумажные таблички с женскими австрийскими именами и фамилиями. Где это мы? На деревьях вот такие. Вероятнее всего, это памятные таблички такие, импровизированные. И их здесь, смотри, сколько много. Ты знаешь, этот венский вальс из трофейного фильма, да, эти люди, которые в годы войны остались здесь, в этом лесу навсегда, они смотрели, наверное, любили этот венский вальс. Очень трогательные таблички, и то, что память до сих пор есть об этих людях, это очень здорово, да. Знаешь, мне подумалось, у нас строят дворцы, вот ломают старое здание четырехэтажное, где размещался музей войны, строят новое, такое огромное. А люди-то, которые будут вспоминать о прошлом, будут ходить не в эти музеи, они будут ходить к этому камню, к этим табличкам. Здесь обычно чтят память, да, и, конечно, то, что лежат свалки, мусор, мусорные машины шныряют вправо-влево, грязь, не подойти, но... Наверное, такая память. И ты знаешь, что мне подумалось, если каждый год всегда будут висеть на этих деревьях бумажные таблички, значит, ты будешь знать, что это свежая память, свежая рука, и прикоснулась к этому дереву, к дереву как к человеку. И еще удивительно, ты знаешь, что одну из фамилий я взял, набрал в поисковике, и в интернете сразу выдало мне информацию о человеке. Набираю вторую, есть и вторая. Не забыты люди, они есть, есть таблички, есть много текста в интернете, есть люди, которые вешают эти таблички. Вот такой экскурс в историю по следам наших путешествий. А у меня на сегодня все. Живи позитивно. До новой встречи. Пока-пока-пока.